в городе тому свидетельство. Нам удалось не только сохранить красоту болот, но и приумножить ее. Только за последние годы на территории болот построены значимые объекты, такие как средняя общеобразовательная школа номер 7 в северо-западной части города, детские сады «Белякящий колокольчик», Деринкур протяженностью 1300 метров, городской открытый бассейн, открывшийся после реконструкции с детскими аттракционами, спортивно-оздоровительный комплекс санаторий «Иволга», скверы в северо-западной части города по улице Татарстан, по проспекту Невский.